В Донецке в чистый четверг устроили субботник. Порядок наводили во всех районах города. Особое внимание уделили поляне сказок. Здесь работали около 500 человек. Коммунальщики говорят, чистый четверг – символический день. К тому же к Пасхе убрать все намеченные территории не успели. Продолжали сегодня. На поляне сказок убрали листву и мусор. Мы решили собраться, потому что, в принципе, как бы с наступлением весны, тем более праздник такой светлый у нас, Пасха, сейчас чистый четверг накануне, вот, мы решили убрать, потому что город должен быть тоже чистым, потому что нам не безразлична как бы судьба его и окружающее, в принципе, состояние. Было принято решение, те объемы работ, которые мы не доделали 12 апреля на общегородском субботнике, провести в рамках чистого четверга, вот он настоящий чистый четверг сегодня. По городу у нас порядка 25 тысяч человек вышло на улицу.